Напирало, все в порядке. Меняем колесо. Принято. Старт на дальний. Один штабу. Связи. Я тогда останусь на точке стартовой. Понял. 5 посижу, 10 и потом пойду на точку выкладки. Может он. Ты Хамзас принял, что смотреть-то? Лис подходил и говорил. А, это я слышал, да. Ну вот давай смотри. Остров, главное, просмотри сейчас. Вижу бетер. Метку. Оставил. Это Игл-3 на острове Ермола, обнаружен противник. Да, спешились пятеро. Принял. Прием, малыш. Я слышу. Сменить метку, что спешились или нет? Ну, поставь метку лучше бетер и пехоту. Вижу на главном острове пехота. Ставить? Да ставь, ставь. Всех ставь, кого видишь. Штаб это АТ на точке высадки. Блин, ваша лодка, похоже, чуть ли не с параллельного острова Ермолова идет. ДФ. Вы же тогда уже там высаживаются. ДФ, тебе перестали, едем на метку выставки. Сейчас все будет. А у них мины есть? Просто похоже один минирует территорию. На базе? А, да, куда я метку поставил.
Так, это Игл-3 посередине выстрел базы по идут минирование. По нам выстрел, Маур. С чего выстрел? По нам были выстрел трассера. Нас я слушал. Мы на метке абрегаты. Давайте начать движение. Скажите, куда? А Веном танк пока не наблюдали? Игл-3 нет, пока танк не видел. Понял. Просмотри вот на 300. Туда вот. На 300 вот. Ну, танчик поищи, в общем, возможно, поехал. Дэв, начинайте двигаться к своей метке. Блин, у меня азимут не показывает. Принял. А ты пехота метку поставил. Продвигайтесь туда. Принято. А что за метка? А, метка АТ. Рядом с РММГ. Походу у них на базе еще БТ. Танк БВ на приварительном базе. На связи. Шемка не уезжала с острова на север, не уходила. А, скорее всего, заправляют мишки. Скорее всего, вертолет не видит. Понятно. Ушел на игру. Снайперская группа, мы на метке. Принял. Блин, надо бы еще заход сделать правее. Сделаем. Чтоб я метку точнее поставил. Торопись, ну что за наши двигаются. Принял, давай сейчас побыстрее. Еще править чуть-чуть. РМ, южная группа, чё у вас? Кстати, сейчас уже высадится, сами в пути. Окей. Танк не видели? Это Игл-3 видели, сейчас пытаемся метку поставить. Штаб Интерри 1, ухожу на резервное ДВ. Штаб, это танк 2, на актуальном месте нахожусь. Понял. Ну ты хотя бы примерно поставь, чтобы наши не наткнулись случайно на него. Знаком вопросов поставить там и прочее. Бойтер пехоту в лесу заметил.
штаб на ДВ. Да. Это Коля, вас ждет дальнейшее указание, сейчас они собираются. Сейчас танк будет по левому борту. Хаммер вижу. А хаммер главную могут отработать со с Марса? Если могут, пусть работают. Пока не дать выйти всему живому там с острова. Рыцарь один штабу. Слышно. На второй частоте передаешь, что первый вертолет начинает взлет. Принял. Слушай, похоже, вражеский бетер один затопился. Всем отделением пехотным расчищаем свои позарыка. А, седьмой прием не приняли. Черный поставил. Достаем позарыка. А на юго-западе принял. Начинает взлет Мишка. Одно. Тогда одна Мишка? Прием. Пока одна. Мы не уничтожены? Похоже, нет. Штаб это Т-2, а не уточняли, какая мишка поднимается и какими сторонами? Сейчас уточню. РМ наблюдатель на точке. Немного не там. А ты на связи? Обновил. Кто на связи, это ДФ. На связи. Так, значит, одна мишка, неизвестно пока, так, какая ушла на север. А ты его на метку ВП-1 отправляли разведку? Мы находимся на метке 1. Может, слетаем в танк, уточним? Давай. Правому борту будет сделать круг над морем. Партизан РМ, веди на коробку. Жизнь на позиции. А штаб вот седьмой от нашей позиции на 124 или противник. Сейчас по правому борту. Есть воздух, прям. Бои есть, они на юге. Все вертушки на севере и вертушки противника. Танк прямо по курсу теперь. Ставь мне. Приехал. Быстрее ставь, если прям по курсу, тут всякие лавки наши. Туда ли? Так, внимание, это Игл-3. Вражеский танк только что помечен, он движется к нашим силам. А, депо перехватите, вражеский танк. Приняли. Вдоль береговой линии. А, лавка АТ на связи. Да, а как танк начнет работать, выкатывайтесь, поддерживайте. Это лавка ДФ, прием. Точно. На метке ВП-1 замечено засветка. Работайте своих. Ну, реврацию на скорости не слышите. А, у нашей стороны танков нету. Есть Абрамс. Он 2 даже. Окей. Что, думаешь, своих пометил? Ну, спроси по рации. Нет, по наши все помечены черным, ну, красным. Тогда вражеские.
врата в это поле. Слышно. Вертушка ушла на север. Дорога на север примерно 340 на 0. Одна поднялась. Седьмой на связь. Титан на связь. Снайпер. Пробуй на базе миномет разглядеть. Вроде у них был миномет. База близко. Снайпера на крыше вижу. Я понял. Снайпера на крыше вижу. Минометы не наблюдаю. Не, нету. Я хрен знать, может его еще будет. А минов теплак светится? Нет, конечно, они же холодные. Ну ладно. Странная точка не двигается. Хотя хер его знает, на жарма. Ну, а, странная вопрос, точка на берегу. Двигается. Очень нет, маленькая, станция, похожа на минов. Станция БТР отписывает? Может быть, это кролик? Да нет. Дефо, вы на танке что-нибудь отработали? А пока не наблюдаем, вышли на форму. А, вертушка и РМ, проверьте северные метки на танк и бетер. Давай еще танк. Давай, проверь. Я сейчас как раз пролетаю, они слева по борту будут. Принял. Так, ПТЦ, нам проверить метки танка БТР или не надо? Админ, не надо, продвигайтесь дальше. Блин, ну правда похож на Абрамс. Это 90. Походу в натуре, Абрамс. Запроси, пусть метки обновят на себя. Тригл 3, обновите на себя метки, дружественные танки. Да, походу он. Метки обновлены. Ну смотри, вот где стоит дружественная, на это, где твоя. Алекс, ты это там. Можешь через shift click проверять просто. А у меня не показывается. По идее должно. Не, нет. ДФ, вы двигаетесь? Это мы на метке ВП-1 приняли бой. Понял. Вот сейчас я пролетаю над нашим танком, прямо сейчас. На связи. Слушайте, вы посмотрели этот маркер, танк БТР, мы что-то там никого не видим. Мы тоже ничего не видим. Это лавка АТ. Так, ни мы, ни танк, ничего там не наблюдает, но метки неправильные. Веном обнови метки. Давай ищи вражеское. Веном принял, ищем. Свои были, да? Значит, он просто метку не там поставил, не точно. А ты обновил метку. Нет, я-то поставил точно. Точно, там где стоял танк. Стоп, это ответь. Админ, повтори. Мне ответь, смотри, значит, мы сейчас на позиции находимся, а дальше вот на твоей метке, куда мы должны идти, на зеленый. Там пехота противника с БТРом. Нам туда идти или нам просачиваться ближе к базе уже? Понял, вы их с юга обойдите, отработайте бета. Да я боюсь, мы там все и кончимся. Ладно, тогда южнее обходить и занимаете позицию ДФ. И держите позицию. Прием, вижу танк. Попробуем. Седьмой метку обновил. К3 метка обновлена. Пехота РМ, ЖЭКа, двигайтесь. Он каким-то фигом вот на этом острове справа по борту.
острове? Угу. Давай еще раз. Второй танк действует вместе с катерой. Может там бэха какая-нибудь? По ходу базы ГРМ должен подорвать шлем. Я вижу, он стоит на вот этой базе. Потом заезжает танк и за ним катерой. Седьмые по возможности отрабатываете все с севера. Седьмой не принял, повторить с какого севера? Да, там. А, метку обновил ветер. Это седьмой. Абрам к штабу. Штаб на связи. Полагаем, что Вином ошибочно принял танк и БТР за наш танк и за лавку АТС. Понял, понял, ждем меток. Помечь на острове. Странно, а как он на этот остров-то проехал? Или там брод есть? Я не знаю. Это Вином, похоже, танк находится на острове Ермолово. Как он сюда попал, я не знаю. Там можно перепутать. Ми-24 замечен на северо-востоке от Ермолова. Что? Ми-24 на северо-востоке от Ермолова. Штаб, повторите, где 24-ка замечена? 24-ка уходит на юго-запад от острова Ермолова. Да, давай, направо. Только по команде. Лист, Мишка вылетел, восток и на юг. Наблюдаю. Вином, сажусь на хвост 24. А поле на связи? Это Вином, похоже, меня не видит. 24. Понял, попробуй сейф отработать. К слову, земля, если будете целиться, я лечу сзади выше его. Так, ну он походу засек или нет? А нет. А три запрашивает штаб. А штаб на связи. Нам выдвигаться на зеленый маркер впереди седьмых и РМ. Так, РМ продвигается на свою метку, вы за ними. Бы медика. Седьмые с нами рядом, блядь, не просите. Поближе, может. Опа, чей там закрутился? Рядом с нами, седьмые. Мы сможем его просить по короткой напрямую. Может, налево попереть? Там два человека на северо-западе. Хорошо, ожидайте, сейчас к вам подойдет второй ТФ. Принял. Третьего, и он вам даст медика. Да сейчас не попадешь, ты тут такому был. Ну да, блин, странно, заметил он или нет, или в лаге. Может, в лаге какой-то странный чманер. Я все надеюсь на армию буду попадать. На 180 прям развернулся, блин. Открывать нет? Огонь, огонь. Блин! Кажется, я въехал, 24-ку. Да ведь? Да. Ну, глушняк. Блин. Я из-за пуска наров слишком ослеп, в общем. Ну, зря. Я прям хвост ей спилил, и ты после этого выгонул. Да я знаю, я не хотел врезаться. Я хотел нары выпустить и сразу отвернуть. Ну, да, я тоже ослеп, но я хвост прям вообще весь расхреначил.